Готовьтесь, следующая неделя в Латвии начнется со снега. С ночи понедельника и во вторник на большей части страны метеорологи объявят оранжевое предупреждение. Ожидается сильная метель и снегопад. Самая плохая погода в понедельник ожидается в Селии, на востоке Латгалы и Видземе. А во вторник на западе Латвии в Земгале и Курземе. Начиная с вечерних часов воскресенья, когда к нам будет приближаться циклон, который образуется над Румынией, над Украиной и, углубляясь, очень быстро будет перемещаться через Белоруссию в сторону на север, и в понедельник днем он будет находиться центром уже на территории Латвии. Через Латвию с юго-востока будет проходить интенсивная зона осадков, которая принесет продолжительный интенсивный снег. И так как этот циклон принесет с собой также усиление северного, северо-восточного ветра в порывах до 13-15 метров в секунду, ну а в прибрежных регионах даже ожидается 20-23 метра в секунду, то это будет сопутствоваться также и сильной, есть вероятность даже очень сильной метелью. В понедельник на востоке Латвии есть вероятность ледяного дождя. Это значит, будет образовываться гололед. И хотя сильных морозов в эти дни не ожидается, температура от минус 2 до минус 8 градусов. Из-за ветра все равно будет холодно.